В Вологде начали реализовывать пилотный проект по внедрению новой для города технологии сбора бытового мусора. Возле дома номер 3 по улице Архангельской установили первую площадку, где контейнеры на 2/3 закопаны в землю. Уже внутри такого контейнера находится специальный пластиковый пакет, из которого в дальнейшем мусоровоз может забирать отходы. У нас есть серьезные проблемы в местах, где очень плотная застройка, где много домов высотно стоит. Получаются очень большие контейнерные площадки. В принципе, по нормативу может стоять не больше 5 контейнеров, но ситуация вынуждает ставить по 10 и более. Стоят контейнеры открытые, людям подходить неудобно. Собаки, другие животные, птицы растаскивают мусор. В ближайшее время планируется установить в вологодских дворах 33 заглубленных контейнера. Стоимость каждого из них порядка 50 тысяч рублей. При этом один новый заменяет 7 обычных контейнеров, которые сейчас устанавливаются в городских дворах. Администрации Вологды рассчитывают, что мусорные площадки, оборудованные по новой технологии, позволят экономить место и будут выглядеть эстетичнее. Это эффективно, это экологически безопасно, это эстетично. Нужно в течение 2014 года с управляющими компаниями, вместе с нашим Зеленстроем, вместе с лизинговыми компаниями найти решение, чтобы в течение 2014 года перейти на эти заглубленные контейнера. Гораздо будет чище территория выглядеть. Подобная технология сбора мусора сейчас используется лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и нескольких других городах. В Вологодской области заглубленные мусорные контейнеры начали устанавливать впервые. Алексей Коновалов, Антон Лукьянов, Вологда-Портал.